Надежда, я участница тренинга «Разговор с миром». Что для меня свобода? Вы знаете, вот последние дни нахождения на острове Качанг, где проходит наш тренинг, я очень рано просыпаюсь. Я просыпаюсь, иду к морю и чувствую себя необыкновенно хорошо. У меня такое ощущение, что я сливаюсь с миром, который вокруг меня, и в то же время я с ним совершенно не сливаюсь. Я действительно с ним нахожусь в диалоге. Каждый буквально день, каждый час и каждую минуту он дает мне какие-то сигналы. Он разговаривает со мной. А я каждый день предъявляю ему себя в самых разных своих состояниях. И вот умение себя предъявлять миру, умение получать от мира разные сигналы и трактовать их правильно именно для меня, это и есть ощущение свободы для меня. И вообще свобода – это возможность выбора прежде всего. Возможность выбора, где жить, куда ехать, с кем общаться, что изучать в этом мире, куда двигаться, в каком направлении. И вот здесь, особенно на тренинге, вот эта свобода выбора, вот эта возможность выбора, она особо ощутима. И ты понимаешь, что да, я понимаю, что да, я человек, и я человек, который выбирает свободу. Спасибо.